Короче, я ни хера не записывал, так и постоянно вырубал. Короче, в чем проблема была? В общем, я заходил, на сервер зашел, да, у меня вылетела игра, и Steam говорил то, что, мол, серверы Steam перегружены. Потом я, ну, я 3 раза попробовал, потом я перезагрузился, и у меня настройки BIOS'а сбросились, я их настроил по-быстрому. И вот зашел, только зашел. А потом я последний раз пытался зайти, и в итоге такая вот задница, меня просто не пустили, я вылетел. Распылителей не было. Там вообще жесть была. Сейчас зайдешь. Я пересоздавал сервак, и каждый раз разные люди были. Сейчас подожди, когда пересоздаться все. Когда все зайдут, ты просто карты просто перемешаем игроков и все. И перезапустится все дело. Сейчас еще один кто-нибудь зайдет. Во, можно перемешивать. Сейчас я запущу. Ты в курсе, Илья, что когда ты про... Со стрима ушло 75% человек. Они должны вернуться. Остался один. Вау. Не, серьезно, когда я играл вот против тебя, вот серьезно, у меня там постепенно даже в комментариях начали отсчет такой, эти 21, 17, 13, 10. 8. Команды вроде более-менее нормально распределились. Ну, Серега, чат. Чат забыл поставить. Чат. Да, вижу. Ну, сейчас ты убьют меня, я поставлю. Окей. Я должен был. Когда ты умер, можно увидеть противника. Да, да, сейчас все пофиксю. А я уже все наигранное растерял. Ой, ну. Я вот растерял. Я во время загрузки уже свой скилл растерял. Эля, помогай! Они все сзади. Я двоих убил. Твою! Каким макаром. Давай, меняй настройки. Быстрее, вас еще двое живых. Успеешь. Свежий мяч. А то есть теперь надо заложников вести здесь, на себе. Не трожь меня! Ну нет! Да. Нет! Да. А ты хотел этого? Блин, почему я пистолет выкинул? Ну ладно, пистолет для слабаков. Кстати, привет, Эйлин. Привет. Мы не молчим, Азаза! Это честь. У нас все окей. Вот я сейчас пушу, наверное, буду. Бах. Свежее мясо, Азаза. I'm so bad! Ну почему вы сзади появились? Как я сквозь перилу пролетел? Но они нашу базу пришли, чё? Азаза, ты нас должен слышать. Ты нас слышишь? Может, у тебя настройки звука сбились там? Ну ты спрашивал. Драйвера звуковы слетели. Но у меня вот сейчас просто так настройки BIOS'а слетели, ничего. Не знаю, у меня никогда такого не было. Даже не сталкивался с таким, поэтому я был удивлен. Чернокнижник тоже удивлен. Илья, а что у тебя такого было? Из-за чего ты вылетел-то? Уже объяснили. Ну я пропустил. Ну посмотришь потом. Да я смотрю. Ну, у меня будет к тебе потом деловое предложение. Бабах. Че, никто не пойдет курицам?
что? Я уже одну зарезал, ты что? Не. Арбузы не режь. Что-то нереальное. Сейчас возьму дробовик, пошел все в жопу. Ну, я убил зато рейджера. Вместе с кем-то. Все плохо. У меня. Ну, лучше, чем у меня-то. Хорошо получилось. Я думаю, сейчас умру. Да он уже ошибаться засел. Не надо ошибаться. Ни хрена себе. Или нет. Беру и дробовик. Он прицелен, что? Что? На курицу тут рогами. Убийца! Добро пожаловать. Я это видел. Джизаса убили! Господи, вы все евреи! Там вроде чисто в коридоре. А, где эта дверь? Тут же дверь была постоянно справа! Её убрали! Молодец. I have your stages. А залож всего один? Блин, я не играл в CS GO, не знаю. Ну, наверное, да. Фак. Алекс Дас, ты понимаешь, что они видят, что ты пишешь? Надо было У нажимать. Что ты делаешь? Ну, а за запись все сделал. Ладно, неважно. Что она танцевала? Что это за вид танц? Эпилепсия. Да там вряд ли. Там больше напоминало, я не знаю. Теперь. Ну почти ж попал. Опять меня Иисус убил. Что с тобой не так, Иисус? Jesus. Сколько их-то? Я так понимаю, после новогодних матчей с подписчиками будут только на 3 Years Anniversary, да? Наверное. Да. А может и нет. Может и да. По другим праздникам вроде Илья не устраивает матч с подписчиками. На 8 марта. Илья не Пасху. Для всех девочек. На Пасху. Там, или там День Святого Валентина можно тоже. Да. 23 февраля или 8 марта. День Рейнджер. Джизус отомстил мне. О, господи. Какие там еще праздники бывают? 9 мая. День Святого Патрика. День рождения. Не, день рождения важнее. Стопудово там кто-нибудь вылечит. У куриц один! Да добьём! Да хватит бить куриц! Слева, слева! Ха-ха!
Как так? Как так? Я всего 14 типа, попал. Да блин, то попадаешь в него за километр, то так. Дробовик творит чудеса. Что? Ну да, я знаю. Я не играл в эту игру вообще. Тем не менее, я на третьем месте. С дробовиком. Как тебе такое? Мне тут как бы помощь нужна. Я пошел отсюда, все. Разбирайтесь сами, я не хочу там больше быть. Они вот здесь в аллее. Ты посмотри. Откуда? Базары. Сакс. Я на втором месте. С дробовиком. Вы чё? С дробовиком на втором месте я. Да как? Ребята. Йорк. Ну, я не умею играть! Что значит ты что? Ну, ты один. Да я тоже не умею играть. Все эти 115 часов наиграл мой брат, которому 10 лет. Да. Джизуса убили. Номад. За что? Дикой. Джизус. Намат сзади. Сзади ты. Ну это... какого хера встали так шикарно? Это просто не нечто. Да читери! Да мы... Я точно тебе говорю. Мы встали шикарно, а тут такая жопа. Он просто взял и всех закосил по прямой. Ой, я откатился шикарно. Только Заза тащит, он мертв. Блин. Я почему-то не могу проголосовать за изгнание Десва, за его читера. Читер. С чего вы взяли, что он читер другому времени? Ну, меня обидит. Его по купуль не садишь, мало он на ноги. Я долбал. Между прочим, мясо тоже иногда бывает полезным. Чернокнижник что-то про Соника говорит, что там кому-то что-то про Соника. Я пока не смотрел, но что там произошло? Что-то. Похоже, еще один баг поплыл. Что-то надо будет глянуть. Что-то с рейджером там не так. Тут была курица с рогами, это нормально? Мне не глюки? Я уже... Ну да, да, это нормально. Я в самом начале. Там такой же видел. Это как его? Чернобыль здесь? Чернобыль здесь. Мы не его в Италии. Чернобыль рядом с Италией. Все нормально. Флэшбэнг. По-моему, там ЭВП стоит посередине в доме. Миха, слева посмотри, слева сейчас посмотри. Наверху. Нет, чисто. Там рейджер любил сидеть, пока мы его не застрелили нахер. Мы двое остались. Это хера. И у меня глючит все. Они на выходе из дома. Мне страшно.
Я один не слышал, подожди, я один не слышал звука АВП или как? Вау, я ни разу не попал. Потом... Ни разу не попал в него? Как так? Там точно кровище было. Я думаю, надо зрение проверить. Ужасно. Что я рейджера вообще не вижу. Не играю в ваши шутаны. Один слева. За углом. Поздравляю, смерть. Сакс! А, Заза вылетел, а чё он вылетел? Он все решил с нами не участвовать, да, мол, не, слишком они нубы. Я вам вроде сказал, что пошел отсюда. О боже, а надо срать. Причем места занимаются так быстро, охренеть. Тут люди даже те, есть и те, которые я не приглашал вообще. Вот, например, Голд я не приглашал, Леви Ксаникуса я не приглашал. Борща еще, кстати. Да, его выгнал нахер. Чёрт. Где он? А он здесь? Не-не-не, его тут нету. Ну, Фред, отглянись, он сзади. Ну, сзади же. Сзади шаги были. Или мне послышалось? Неважно. Его шаги. Короче, 2 часа, пробелов в кадрах нету. Я только надеюсь, что я все-таки не забыл выставить галочку на запись стрима. Чтобы хотя бы файлик записи отстал. Гол! Ну как же так, гол? А, я за вас! Голод-то не выиграл. А, нет, я опять здесь. Окей, я все перепутал. В смысле? Бывает. Ты думал, что... Что? Да у меня глюки уже, забейте. Мне настройки биоса сбросились. Что-то не так творится. Переиграл. Синий кант, нет, ты стопудово. Я боялся, что вылезет. Воу, не пугайте так. Почему сюда нельзя зайти? Let's go. Слеповуха. Наугад! Зачищай, ребят. Их 5 осталось. Вау, я кривой! I'm bringing out the hostages. Охереть! Terrorists win. Ты уверен, что ты кривой? Посмотри на мой счет. Да, детка, да. Сам такой! Я прицелился. Да, да. Да я кривой, я знаю. Ты здоровяком был, читерский.